Ну и долгожданная красотулька для себя, свою коллекцию. Еще не полировал. Ну, в принципе, тут шибко и не надо заморачиваться. Вот, получается 20 микрон золота, шестизначная пробивочка номера. Все как положено, клеймо с крылышком. Вот, покрытие 24-каратным золотом. Такая глубокая вертикальная полоска. Этот приятный звук, конечно, L2. Вот такая красотулька. И это коротыш. Это укороченная версия. Такая очень приятная, конечно, в руке. Намного приятнее, чем стандартная величина. Ну, конечно, Solemn Pink непередаваемый. Вот такая красотка. Ну и на этой, конечно, рубашечка изумительная.